Управление по противодействию коррупции возглавил бывший заместитель начальника ГУВД края Владимир Калашников. Новая структура будет выполнять не только прямые антикоррупционные обязанности, но и выявлять случаи конфликта интересов. Я обращаюсь к главам муниципалитетов, к руководителям отраслевых ведомств, администрации Краснодарского края. Успехи в борьбе с коррупцией теперь станут еще одним критерием, по которому будет оцениваться ваша профпригодность. Потом не ходите, не плачьтесь, не жалуйтесь, потом не говорите на какие-то объективные, субъективные причины, потому что будет поздно. Вы все должны понимать, неприкосновенных у нас нет. Каждый доказанный случай коррупции или злоупотребления полномочиями будет неминуемо наказан. И это касается всех уровней власти. Глава региона также посоветовал руководителям администрации на местах подумать о создании аналогичных структур у себя в районах и городах. В прошлом году в крае из 500 коррупционных преступлений 112 совершили представители органов исполнительной власти и муниципальных образований.